Сегодня будет распаковка фильтра Marumi Digital High Grade DHG. Вот, кстати, цена, по которой я ее купил. А, точнее, наоборот, цена, по которой она стоит. А вот цена, по которой я купил. Покупал DNS, не знаю, подделка, не подделка. Сейчас оценю качество. Вот, сначала я покажу вообще, что такое качественный фильтр и дерьмовый фильтр. Вот этот, например, качественный. Вот через него, ну, не видно. А вот, кстати, люстра, вот она вот тут еле-еле отображает. Вот. Ну, вот так вот вообще нет никаких искажений изображения, никаких отбликов нет. Только люстра, ну, сейчас поймете. А вот дерьмовый фильтр, который сразу, вот, навел и сразу какие-то отражения в нем. Люстра, ну, вообще просто сверкает. Вот еще раз вот сейчас для сравнения. Вот хороший фильтр, вот люстра вообще почти не видно. Ну, никаких, естественно, сейчас никаких отбликов, ни отражений, то есть, ну, полностью он прозрачный. Вот, этот же вон, сразу уже какие-то отблики и отражения начались, и вот люстра вот просто сияет в нем. Вот, вот так вот. Ну, есть еще третий признак качественного фильтра, это когда фильтр это, ну, наводишь на источник света, он там какие-то там цвета там дает, разные там, ну, отблики разных цветов радуги там. Ну, здесь этого не будет видно, потому что, ну, помещение все-таки. Вот, ну, разница все-таки качества, она уже и так видна. Вот, кстати, я расскажу, что это за фильтр сейчас. Это Marumi HZ. UVHZ. То есть, ну, самая низкая серия. Это у нас вот качественный, который, это у нас Hoya Pro 1 Digital МК Протектор. То есть это, тут ультрафиолета нет, просто вот чистая защита для цифровых камер, короче. Это ультрафиолет. Ну, в общем, это дерьмо, сразу говорю. Вот это вот очень хороший, качественный. Насколько этот у нас качественный, дерьмо, мы сейчас узнаем. Надеюсь, это, не знаю, подделка, не подделка, но DNS не должна быть подделкой. Хрен знает, сейчас вскрою, узнаю. Точнее, даже не узнаю, подделка это или нет, но хотя бы пойму, какое здесь качество. Упс. Ой, блядь. Прежде чем я разочаруюсь, покажу вот так вот. О, написано даже Made in Japan. Блять, что за фокус тут? О. Так, ну вот сразу вот здесь рифленый, то есть, ну, самый, который первой серии низкой, он просто гладкий. Ну, можно различить разницу, если не знаете. А вот здесь вот он слегка рифленый. Ну, не полностью, но в некоторых местах. Так, барабанная дробь. Ну, сразу видно, что люстра здесь отображается тускло. То есть могу сразу сказать, что этот фильтр хороший. Ну, сейчас сравню с другим хорошим фильтром, с Hoya. Во. Может быть, даже он и получше, чем Hoya. Ну-ка. Ну, на самом деле, этот Hoya уже сильно изношен, его уже много раз протирали. Я его даже хотел сменить, выбросить хотел, ну, поставить на место новый. Потом понял, что фильтр все-таки еще хороший. Ну, в общем, этот фильтр хороший. Вот, никаких тут отбликов нету, как и в этом. Вот беру дерьмовый фильтр сразу. Отражение, отблики, то есть, ну, вот фильтр Marumi, который вот я только что распаковал. DHG. Все, я могу вдохнуть с облегчением. Фильтр очень хороший. Ну, очень не очень, но фильтр хороший. Вон зонтик, как это, тускло отображается. Здесь даже он посветлее, но опять же, этот фильтр сильно изношен, уже у него слои там потерлись некоторые. В общем, могу смело вам рекомендовать DHG. Ну, кстати,
Это, я так понимаю, это старая серия вот с такой упаковкой. И когда была первая серия ХЗ вот это вот, потом уже, ну, вторая, это уже более высокая DHGG. Вот. Сейчас же они делают DHG Basic, это вот аналог вот этого вот ХЗ, а потом DHG стандарт, аналог вот этого просто DG. Короче, вы можете просто различить вот так вот. Здесь вот гладкое все, вот на дерьмовом фильтре Маруми. Если вы Маруми, конечно, фильтр будете покупать. Вот, а здесь вот он частично рифленый. То есть, если вы заметили фильтр немножко рифленый, значит, эта серия уже стандарт, то есть более высокая серия. Ну, я доволен, что тут все так неплохо. Потому что на самом деле оптики у меня полно. Это вот Коя. Это вот Маруми. Это вот ХЗ. Оптики полно и фильтров всяких дерьмов полно на самом деле. Я все время переживаю, когда выбираю фильтр, какой он будет там. Хрен его знает, какой он будет. Но теперь уже знаю, что вот Коя можно вот этот Digital Pro 1 спокойно покупать. МК протектор. Можно спокойно покупать Marumi DGS, вот этот рифленый стандарт. Ну или просто не DGS, а D. Блять, не могу выговорить, извините. BHG. Такой частично рифленый. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, это будет полезно. Ну, если для массовочки подпишитесь, вообще буду рад. Спасибо большое.